Якщо всі, тоді ще раз добрий вечір, шановні колеги, шановні друзі, вітаємо вас до Казахстану, ласкаво просимо. Прес-конференція перед матчем «Ортобе Динамо Київ» завтра, 18:00 місцевого часу, стартує матч. Я для наших українських колег представляю головний тренер команди Владимир Андрійович Нікітенко і капітан команди Петр Бадло. Кстати, українські наші колеги, якщо хочете, можете ставити питання на українську мову, тому що наш капітан народився в Україні, вихованець українського футболу, може і розуміти, розмовляє, може відповісти вам українську мову. Я постараюся вже перекласти питання відповіді російською мовою. Будь ласка, хто будьте добрі. Українські колеги, пожалуйста, є питання к главному тренеру, капітану команди? Да, є. Да, прошу. Скажіть, пожалуйста, от ваші коллеги і соотечественники з команди «Шахтер» перед матчем «Селтиком» зарізали барана і виграли 2-0. Не собираетесь ли вы похожую какую-то процедуру произвести, возможно, такая традиция на парк, на счастье? Спасибо, понятный вопрос. Петя, наверное, больше к тебе. Здравствуйте. Мы вчера 2 барана зарезали. Не, я, конечно, шучу. Нет, мы барана не резали. Но здесь обычай такой в Казахстане. Жертвоприношение – это нормально. И у нас есть тоже в клубе такие обычаи, просто мы этот обычай раньше делали. Мы сделали чуточку раньше, перед началом второго этапа чемпионата страны. Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос есть? Коллеги с Украины, да, пожалуйста. С каким матчем изучали соперничество «Динамо»? Последним четырем. По последним четырем? Кто-то да, задел. Еще? Все? Спасибо. Да. В связи с предыдущим вопросом, Владимир Андреевич, кто-нибудь из клуба, представитель клуба был, тренерского штаба, на последнем матче «Динамо Киев» дали? Нет, мы никого не посылали, мы изучали все по видеозаписям, по сообщениям различным. Поэтому я считаю, мы ориентируемся, достаточно ориентируемся в том, что нам завтра предстоит. То есть у вас не было как у тренера? Не было необходимости. Тем более у нас игры сейчас идут подряд. Пленку нам и так, у нас проблемы с пленками нет. Спасибо. Пожалуйста. Как в команде восприняли вчерашний результат в Караганде? Довольно неожиданный вообще для всех, для всей Европы. Собираетесь ли поддержать победу рыбов казахстанских команд? Мы все очень рады, что казахстанский футбол приходит в такие победные матчи. И очень рады. И с другой стороны, эта победа, наверное, все-таки дополнительно настроит и «Динамо» Киев, наверное, против нас. Спасибо. То есть определенный минус. То, что «Динамо» Киев тоже уже будет урок. Спасибо. Еще вопросы? Питание до Петра. Как стан вашего партнера Эмиля Кинжисалиева? В Украине знают эту ситуацию с процентом вашей команды. Я стан. Вопрос. Каково состояние сейчас игрока Эмиля Кинжисалиева? В Украине знает ситуацию, случившуюся с нашим футболистом? На даний момент ми слідкуємо, у нас доктор тримає все на контролі, общаємося з докторами, і, говорять, що йде на поправку. Що з кожним днем, все-таки організм молодий, скоро встановлюється, потихеньку він приходить в себе. Надіємося і всі думаємо, що буде все добре, на самі кращі результати надіємося. Мы следим за ситуацией, держим руку на контроле. Наш доктор постоянно общается с Алматой, где находится Эмиль. Ну, по сообщениям, что все-таки есть некоторые улучшения. Надеемся, что все будет хорошо. И надеемся на самое-самое лучшее. Прошу, еще питание. Вопрос еще. Скажите, пожалуйста, а кроме жертвоприношения, какие еще талисманы, суеверия? Это девушка с Украины, видимо, приехала. Сейчас новый казах Петр Бадло ответит нам на этот вопрос. День игры не свистим, не кушаем, шнурки завязываем по-разному. Не знаю, но много. У каждого футболиста есть свои какие-то, я думаю, что суеверия.
за многие годы игры каждый что-то вырабатывает свое, где приносит, как он считает, фарт или счастье на игровом поле. Поэтому у каждого по-разному. Спасибо. Еще вопрос есть? Да, пожалуйста. Есть ли какие-то кадровые проблемы, скажем, из состава, который играл в каких-то этапах, кому заслечили ремейнер в последнее время? Ну, микротравмы. Спасибо. Есть. Микротравмы есть, они такие не сильные, можно сказать, но могут повлиять на... Еще у нас сутки есть, мы поэтому будем решать завтра, кто у нас в строю, кто не в строю. Без этого мы не можем, у нас все на этом постоянно. Спасибо. Еще вопросы? Давай, вопрос капитану. Способны ли завтра ребята выложиться по полной на 150%, забыв о чемпионате, обо всем на свете, только об игре, думаю? Ну, при случае, в первую очередь, хочу поздравить команду «Караганда», «Шахтер» с вчерашней победой. Вот, как они показали, что можно играть с любой командой, что все мы футболисты, и не надо бояться, не надо никого... надо играть свою игру уверенно, и я думаю, что результат не заставит себя ждать. И поэтому, ребята, это наоборот для ребят, вчерашняя игра это была показатель, и я думаю, что наоборот все будут даже не 150, а на 200% выкладываться в этой игре и покажут все свои лучшие качества в завтрашнем матче. Спасибо. Можно? Ваша команда не новичок на европейской арене. И вы очень удачно, насколько мы знаем, проводите игры на своем стадионе. Приблизительно команда «Динамо», приблизительно вы с такой классной командой встречались по классу, такой как «Динамо»? Ну, этот вопрос, наверное, капитану лучше задать. Он уже здесь 8 лет играет, уже встречался с различными командами. Ну, «Динамо» Киев очень серьезный раздражитель, и что не игрок, то мировой, с мировым именем. Вот, и команда очень хорошая. Да, мы играли с, я не знаю, таким классом или нет, это покажет завтрашняя игра, но мы играли и с Вердером, и с Макаби, Хайфе, и Тель-Авив, и я думаю, что эти команды тоже очень крепкие. И да, мы их не проходили, но играли неплохо с ним. Чего-то не хватало, где-то мастерства не хватало, где-то фарта не хватало, но играли наравне, я считаю. Спасибо. Есть еще? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, насколько важен факт того, что завтра стадион будет заполнен? Для команды, просто капитан, для тренера, вот команда играет. Ну, он у нас уже все три этапа, то, что мы проходили, был заполнен до отказа. Я думаю, завтрашней игре вопросов в этом части не будет. Здесь еще и вокруг стадиона будут экраны, и там все это будет смотреться. Конечно, не хватает. Для такого матча не хватает вместительности нашего стадиона. Ну да, это в дополнение. Вчера в 9 утра были открыты кассы, и вчера билеты все были закончены, по крайней мере, по информации директора центрального стадиона. Все?